Всем привет! С вами канал «Идеи для дома». Так, и сегодня мы снимаем. Говорите. Мы сегодня снимаем. Ой, а вот муравьев сколько там. Ну, говори! Я занимаюсь, я знаю, да. Занимаюсь вот прополкой. Да, так, сейчас перейду на другую. Тут травы столько, такая трава, хвощ называется. Она очень вредная, но она лекарственная, полезная, но... Когда ее много, это уже вредно. Если она еще хочет на грядках расти, а ей место не на грядках. Вот у нас все тут выросло. Смотрите, тут картошка. Видите, видите, вот. Здесь вот, смотрите. Вот, видишь, вот это вот молодой. Нет, это не хвощ. Я обознялась. А вот это вот надо тяпочкой, покажите. Эту траву, сейчас я ее так и делаю, чтобы она не росла больше и семян не давала. Вот, чтобы ее надо срезать, чтобы семян. Ай-яй-яй-яй-яй. Так свои работы основные. Сейчас я начну. О, видишь, вот сколько уже прополола. Вот так. А ты потом будешь что показывать? Это вот я лучок привозила в прошлый раз. Называется ресторанный лучок. Его в ресторанах подают. Вот каким луком салатики. Вот у нас, смотрите, картошка. Картошка выросла. Здесь у нас земляничка. Потом здесь у нас свекла. Потом дальше это помидорчики. Это помидорчики. Они уже летают. Потом вот смотрите, это морковка. Это все морковка. Дома был лук, мы только что его выдернули. Покажите-ка. Это черная. Фасоль, где-то надо посеять ее. Фасоль, видите, вот. Видите, какая красивая. Да, ее надо посеять. Очень полезная. А где мы ее посеем? Я не знаю. Давайте вот здесь. Ну, тут друг ну ладно. Нельзя. Всем пока. С вами был канал «Идеи для дома».